Добрый день всем любителям футбола. Долгожданное солнечное лето пришло в Москву, и мы вас настоятельно приглашаем присоединиться к трансляции матча в рамках 10-го тура. В привычно лазурных цветах выступают футболисты 6-го года рождения. В белых им противостоят футболисты на год младше. Видит подключение Цыпуштанова, выводит его один на один, удар в дальний угол, и рядом со штангой проходит этот удар Михаила. Каждый из соперников мог открыть счет в этой игре. Перехват от Балабанова, сразу же попытка удара издали, заканчивается голом. 1-0, Николай Балабанов мгновенно воспользовался ошибкой соперника. Самым настоящим джокером и сегодня находится на скамейке игры. Я больше чем уверен, что мы по ходу матча еще увидим в исполнении Даниила. Матча против ШМ поучаствовал в победе со счетом 3-1 против тех же самых соперников, только 6-го года рождения. Свой Даниил Борисов. Мяч замес уже внутри штрафной площади. Долго футболисты в белых футболках не могли его вынести за пределы поля. И Цыпуштанов увеличивает отрыв в этой игре. 2-0. Мяч у него оказался под правой ногой. И после этой серии рикошетов он неотразимо пробил в правый угол. Футболисты 7-го года. Есть подбор Борисова. Подключение Аверьянова. Удар с носка. Тёма Аверьянов своим ударом мог заставить врасплох Романа Тарасова. В виде Борисова. Борисов награждает ответной передачей Гончарова. Прострел вдоль ворот. И здесь, наверное, вторым темпом должен был атаковать Горебян. Мяч в итоге к нему приходит уже после действий Борисова. Но его удар вблизи владения Демина отправляется выше перекладины. Лобанов красиво пробрасывает мяч для себя и готов мимо был уже Демин отправить этот мяч в пустые ворота, но здорово на последнем рубеже действует Михаил Айвазов. Мяч не попал только благодаря великолепным и надежным действиям Айвазова. Гостей. Сейчас футболист в белых футболках атакует и издали попытку удара так включил в игру Тарасов. Левый защитник. Лобанов. Разрез на Горебяна. Тот не стал обыгрывать вратаря в сторону. Решил мгновенно. Чишки сразу, чуть ли не оказавшись на поле, Николаев не отправляет мяч в сетку после подачи Балабанова с углового. Нужно возвращаться назад, потому что пространство Цыпуштанова, которое устремляется к воротам. Демина мяч под правой ногой. Удар справляется сначала Демина, а вот добивание оказывается результативным уже в исполнении его партнера. А вот на добивании первым оказался другой футболист в лазурной форме. Николаев. И сейчас уже ответная атака. И Древнов убирает мяч под левый. Удар опасно. И мог сразу же выход свой на поле. Классный заброс в направлении Цыпуштанова. Михаил первый на мяче. Уже пустые ворота. Далеко он слишком в бровку ушел. Но мяч под его владением сохраняется. И дальше уже замешкался с принятием решения. Цыпуштанов. Прострел. Удар. Этому эпизоду Цыпуштанов прорвался по флангу, и передача была отменная, но с близкого расстояния Егор не попал в створ ворот. Но оттесняет его от мяча Правкин. Древнов на подборе, еще один удар от Даниила. И раньше того, как произойдет команда угловой, звучит финальный свисток арбитра. В дерби одержит победу команда 2006 года рождения, родина М2.